Приветствую вас на канале Сокровища Черногории, и сегодня я вам покажу интересное, красивое ледниковое озеро в Дурмиторе, которое называется Яблон, и также вершину Ражана-Глава, с которой открывается вид сверху на Черное озеро. Мы едем из города Жабляк по маршруту, который также называется Большой круг Дурмитора, или Пырс Дурмитора, или Великокола Дурмитора, да? Тут можно было на перекрестке свернуть направо и приехать в Чуривац, самой высокой точки каньона Дурмитора. Но мы поехали налево, как раз по дороге, которая ведет к каньону реки Сушица, к Малой Церногоре деревне, и дальше по большому кругу Дурмитора. Мы не будем проезжать весь этот круг. Меня интересует точка начала маршрута к озеру и вершине. Итак, мы приехали, вот указатель, полчаса до озера и даже 2 часа до красной гряды, Цервена гряда, но мы туда в этот раз не пойдем, пойдем просто к озеру и зайдем, как я уже сказал, на Ражану главу. Можно пойти сначала к Ражаной главе, можно пойти сначала к озеру, в этот раз я пошел к озеру, а к виду на Черное озеро я вернулся уже чуть-чуть позже. Есть маршруты, которые идут прямо от Черного озера, но там довольно приличный набор высоты, где-то порядка 350 метров. Дорога так туда занимает к озеру, от Черного озера к озеру Яблон 3-3,5 часа, плюс спуск назад, то есть это в принципе такой на целый день поход. А с этой точки маршрута, я оставлю координаты под этим видео, это начало маршрута, идти где-то действительно порядка получаса. Если взять время проезда от Черного озера, от Черного озера или от Жабляка на автомобиле до этой точки, поход, видеосъемку, фотосъемку, то это все займет порядка 2 часов. То есть можно дополнить каким-то другим небольшим маршрутом в течение дня или разнообразить отдых походом по лесу и походу к ледниковому озеру. Наши гости, которые с нами едут на 2-дневный север, сами выбирают из предложенных нами вариантов, что бы они хотели во второй день на севере, куда бы сходить или что посмотреть. Дорога тут такая, что те, кто любит кататься на квадроциклах или горных велосипедах, могут сюда добраться и на любимом своем транспорте. Также еще чем мне нравится этот маршрут, это тем, что здесь довольно разнообразно. То ты идешь по ровному, можно сказать, по такому небольшому лугу, то по лесу идешь, то видишь горы, то ледниковые озера. То есть в течение такого получасового маршрута, в одну сторону полчаса, ты видишь разные картинки. Довольно тихо, щебечут птички, очень такое приятное для прогулки местность. И набор высоты от точки, от автомобильной дороги, где-то всего лишь порядка 60 метров до озера, и потом, по-моему, еще где-то метров 60 до вершины. И вот показалось наше озеро Яблон. Над ним нависает Цервена гряда. Чуть-чуть раньше был поворот направо со знаком, можно было пойти как раз подняться еще и на эту гряду. Но в этот раз у меня уже не было времени. В следующий раз обязательно схожу и сниму видео об этом. Сейчас полюбуемся озером.
Озеро находится на высоте 1791 метр над уровнем моря и имеет глубину 8,5 метров. На обратной дороге я пошел другим маршрутом. Я для выбора маршрута использую приложение для Android mappy.cz. И по его указателям, по тропам, я вышел на вершину Ражанаглава. Высота где-то 1850 метров над уровнем моря. И отсюда хорошо видно Черное озеро. Вон оно впереди, в окружении леса. У меня есть видео с Савиного Куха, там под другим ракурсом его видно. И там, конечно, более высокая точка обзорная. Но и отсюда очень интересно. И учитывая, что сюда гораздо проще и быстрее попасть, чем на Савин Кук, то рекомендую этот маршрут для всех, кто любит горы, ледниковые озера и хайкинг, и трекинг. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если интересно съездить с нами по таким красотам, обращайтесь. И до встречи. Всего доброго!